Ну, во-первых, не очередной переворот. В этих странах всегда были перевороты, революции. Они практически никогда не жили спокойно. Я считаю, что каждый должен решать для себя сам. Есть люди, которые любят экстрим. Вот меня, например, никогда не тянуло в Египет. Просто не тянуло. Я стараюсь отдыхать там, где мой менталитет совпадает с менталитетом все-таки людей, которые меня будут окружать на отдыхе. Не только на улице, но и в отеле. Потому что, находясь в отеле, даже в турецком, ребят, давайте не будем кривить душой, даже в очень хорошем отеле, к нам немножечко относятся своеобразно. Вот почему-то немцам, австрийцам, голландцам и прочим как-то вот очень лучше попку целуют. А нам как-то вот даже в локоть не стараются, да, зацеловать. Поэтому не хочется быть человеком второго сорта. А в Египте все равно как-то чужой немножко. Есть же масса других хороших мест. Съездите в Мексику, сейчас же это можно. Съездите на Кубу. Ой, клево на Кубе, честно. Был с таким восторгом оттуда приехал. Очень хочу на Кубу. Не потому, что это такой обрат в СССР, нет. Просто очень клево. Там люди, они немножко другие по ментальности, но они близкие нам. Вот. Да, хочу работать, хочу не работать. Но они клевые. Вот кубинцы, у них нет какой-то агрессии. Все-таки я не говорю, потому что они мусульмане или не мусульмане. Тут я не очень в этом разбираюсь, будучи человеком атеистических взглядов. Поэтому я считаю, что и среди всех конфессий есть, в принципе, здравомыслящие люди и нормальные люди. Но есть масса стран, в которых и вам будет хорошо, и люди будут рады, что вы туда приехали. Вот одна из таких стран — это Куба. Вот Куба, Мексика. В Мексике тоже, кстати, неспокойно. Почему же говорить только об этом? В Турции тоже неспокойно. Но в Мексику лучше ехать. В Мексику. Съездите во Вьетнам, там очень спокойно. Там очень клево, там все есть. Все то же самое, и море, и пальмы. И съездите в Таиланд. Только не перепутайте девочку с мальчиком. И все. Но там же лучше. Зачем? Зачем нарываться? Хотя есть опять-таки есть люди, которым это интересно. И вот такой экстрим, небольшой такой холодок. Типа плаваю и не знаю, сейчас меня снайпер снимет или вообще не по мне. Или пронесет. Не, вот это русская авось, поехать пожрать на шару. Не, я бы не поехал. Я бы не поехал.